Всем привет, друзья! Вот и пришла весна в наши края. Так что сегодня расскажу я, как мы готовимся к навигации. И заодно попробуем с вами запустить двигатель после зимнего простоя, как он у нас пойдет. Но сперва позвольте поздравить всех вас, всех нас с праздником, с Днем Победы. Я думаю, что сейчас вот в наше время даже острее ощущается, как же ждали этого дня наши дедушки и бабушки. Сегодня в клубе состоится торжественное мероприятие, мы туда обязательно сходим. Ну а пока до мероприятия расскажу и покажу, как у нас идут дела, как мы готовимся к новой навигации. Ну а пока расскажу, что мы сделали за весну. Обновили красочку. И вот сезонкой покрыли днище, не обрастайкой. Первый раз я ее попробовал на грунт. Не знаю, что получится. Посмотрим по итогам навигации. А также вот здесь вот поменяли привальник. Такой довольно большой участок. Потому что привальник оказался вот. Он просто разваливался руками. Вот его куски. Я его даже никаким инструментом не удалил, его просто выковырил. Ну и поверху тут остались последние штрихи. Я думаю, сегодня допачкаем и попробуем запустить двигатель. Как у нас зимон перезимовал, проверим. Ну а пока давайте отправимся в центр клуба, в сторону правления. И поприсутствуем на торжественном мероприятии, посвященному Дню Победы. Дорогие друзья, митинг, посвященный 78-й годовщине Великой Победы, объявляю открытым. Праздничный салют запустить!
дорогие друзья, ну и по традиции, два коротких, один длинный. По команде. Раз, два, три. Ура! 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 Ну вот, друзья, сегодня мы отметили 78-ю годовщину Победы. С праздником! С праздником всех! И попробуем запустить двигатель, как у нас Зимон перезимовал, проверим. Вот, друзья, дизелек наш перезимовал. И давайте попытаемся его сегодня запустить. Для начала попробуем залить воду в контур и посмотреть, не протекает ли где-нибудь. И подзарядочку неплохо поставить. Я тут, конечно, зимой приезжал, подзаряжал. Но я думаю, перед пуском подзарядить батарейку будет не лишним. И теперь проверяем уровень масла в картере. Вот его достаточно. И в редукторе. Редуктору тут посложнее подбираться. Вот так вот. В редукторе тоже уровень достаточный. Ну и следующим этапом отворачиваем клапанные крышки, чтобы осмотреть и смазать коромысло. Мне тут в комментариях говорили, что это не нужное, так сказать, занятие смазывания коромысел. Скажу так, что смазываются они масляным туманом, специальной системы смазки нету. И при пуске двигателя, и в первые минуты его работы, пока масло не нагрелось, они, в общем-то, работают на сухую. К тому же инструкция к двигателю предписывает ручную смазку коромысел. Поэтому я считаю, что это нужно делать. Ну и заодно посмотреть, как они там, все ли живы, все ли в порядке. Вот они. И вот, друзья, так вот при помощи масленки по несколько капель на каждое коромысло смазываем коромысло. По крайней мере, уже работать они будут не совсем на сухую. После чего ставим клапанные крышки на место. Все, следующим этапом попробуем подкачать топливо. Также можно снять крышечку топливоотвода.
топливного насоса. И подкачать отверткой плунжера. Поставить рукоятку газа на максимум. И вот таким вот образом прокачать их. Тоже мне задавали странный вопрос тут в комментариях. Каким-то тут якобы болтиком-винтиком регулируется угол опережения на каждый цилиндр в отдельности. Я что-то сомневаюсь. Я, конечно, невысокий, глубокий специалист. Но, по-моему, регулировать в насосе можно только количество подачи. А угол выставляется только положением насоса. Ну, не буду утверждать, потому что там товарищ написал, что он прочитал это в инструкции. Но я с таким никогда не сталкивался и, честно говоря, не знаю. По-моему, ничего такого быть не может. Но, опять же, на истину в последней инстанции не претендую. Ну вот, друзья, с подготовкой закончили. Давайте попробуем. Немножко поменьше делаем газ. Включаем массу. Так ее иногда подкручивать надо, потому что она выворачивается кнопкой и падает в трюм. Было у меня такое пару раз. Ну что, с Богом, будем пробовать. Для начала давайте попробуем провернуть его на открытом декомпрессоре. Открываем декомпрессор и пробуем. Ничего. Интересно. Только с местного поста. Местного крутит. Что-то с ключиком, что ли? Да, друзья, что-то у меня, похоже, ключик крякнулся. Поэтому придется одной рукой поворачивать ключ в положение накала свечей. Поворачиваем и смотрим. Пока не покраснеет спираль. Кстати, на эту тему тоже мне писали комментарии, мол, теплую погоду это не нужно. Ребята, уверяю, на 4 чая это нужно в любую погоду. Вот так. И второй рукой, извините, так поставлю. Снимать не получится. Попробую нажать кнопку на местном посту. Ну что, пробуем, с Богом. И держим ключ включенным, включенные свечи, пока двигатель не начнет устойчиво работать. С этим тоже четко. Черт, он не хочет с первого раза. Давайте попробуем еще. Интересно, что это он так?
было подольше свечку подержать. Ученый. Сейчас убавил оборотики, но вроде ничего не глохнет. Еще проверить зарядку надо. Зарядочка идет. Ну и ладно, завелся уже хорошо. Надо теперь смотреть, что у него с ключиком такое. Что-то не идет контакт с ключиком. Ну и хватит, без внешнего контура долго его лучше не гонять. Вот так, ребята, поработали немножко. Но благо заводится, но какая-то проблема с ключом зажигания. Надо будет разбирать щиток, смотреть все эти проводки, контакты. Ну а так работает, работает. Это радует. К навигации готовы. Ребят, пошевелил я контакты и, кажется, обнаружил неисправность. Давайте попробуем. Ну все, отлично. Совсем готовы к навигации. По механической части все готово. Осталось еще поставить боковины тут, докрасить там немножко кое-какие элементы на палубе и, собственно, навести тут немножко порядок. Тут с осени немножко нагадили маслом и прочим. И все, и можно в эксплуатацию. Так что, ребят, с праздником. Дай бог скорейшего мира и гореть в аду всем разжигателям войн.